О, мне предлагают проверку на капсостав проходить. Давай, пойду поугараю. Конечно. Алло. Алло. Ты попал на обзвон на капсостав? Угу. На сервере сколько играешь? Ой, ну, с 2013 года. Ага, а что, на первом ранге или на каком-то там? Я не знаю, на, по-моему, на четвертом. Так, ну тебе, чтобы попасть в капсостав, нужно ответить на правила. Ну, по правилам. Каптов. Пройти проверку на софты по демонстрации экрана. И ждать, когда зайдет девятка. Я восьмой ранг. Ну давай, поспрашивай что-нибудь. Так, какие виды стрельбы на капте? Перекаты. Фастить можно? Ну это за это варнит, по-моему. Не по-моему. Аптечку в бою можно? Аптека в бою? Да. Сейчас тебе скажу так. Аптеку, да, можно в бою. Почему нет? Угу. ДБшить можно? Нет. С какой минуты скажете? Бля, ну ты, конечно, сказал. Сейчас скажу. Вот помню то, что сливать в любой точке гетто, по-моему, с третьей минут. СК да. Со второй. А нет, провокационная СК со второй. Ну, вообще убивать на респе типов. СК на последней минуте капта, все вспомнил, да. Так. Какие крыши можно? Один прыжок. Ну, в принципе, ты все знаешь. Давай включай демонстрацию экрана. Давай. Заходи в папку с GTA-шкой. Давай, давай. Так. Так. А, то есть ты по форуму смотрел? Да я и так это помню. Я знаешь, как это запомнил? Там вот обычно в чат спамят на капте. Понял. Это я так освежил. Так, папку с игрой? Давай, вот у меня, смотри, вот, как там? Вот видишь? Да, я вижу, да. Вот так. Просто зайди, покажи. Так, Клео. Давай. Так, Клео смерть. Бомбфикс это что? Бля, я хуй знает, это я сборку от Дапшоу скачал. Так, ну, ниже опусти. Давай, давай. Бесконечный давай, бег, спидхак. Это на альт, чтобы на тачке быстрее катиться. Ну, это и на капте запрещено. Да, я знаю. И а имя используешь? Нет. Рампаги, экстримы. Вот ну, я вижу, ВХ приват на одну руку, да? Да, поджимной вот этот. Потом что, починка и спидхак, вот из читов, а все остальное у меня ничего нет. Ну, беспалевный переворот машины, я не знаю. Чит это вообще не чит. Ну да, комбо сбив запрещен. Комбо сбив у меня падение. В ДС заходи, читфайндер надо установить и прочекать на гонщики, рампаги, экстримы. Блин, старина, я не качаю файлы из Дискорда. Почему? Ну, потому что там могут быть стилеры, сам понимаешь. А стилеры в Клево формате, а CS, а функс? Да нет. Ну, я не как качаю. Как-то нет. Давай как-нибудь по-другому проверишь, я не буду ничего качать. Ну, тогда, извини, ты нам не подходишь. Ну ладно, что поделать. Все, тогда давай, удачи. Давай, пока.